Еще сложнее задание. Готовы? Да! Сейчас я заморожу ваши ножки! Да. Молодцы, ребята! Никому ножки Дедушка Мороз не заморозил. Очень хорошо поиграли, да, ребята? Дедушка Мороз, мы тебе, дети, готовили подарки и положили в сундучок. Но тут пришли двое пиратов и забрали сундук. Мы теперь не знаем, как подарить. Но мы расскажем сейчас. Давайте послушаем. Что же случилось? Расскажи. Да, сейчас расскажем. Кто готовил стишок? Расскажите, что случилось. Я. Нет, стишок. Что давай. Случилось? Давай. Думали, гадали, что тебе дали, а потом решили друга подарить и тут и нужно. Это елочка влетит, а коньками яркими. Приготовили мороз, мы тебе подарки. Только знаешь, Дед Мороз свой разбойки унес. Взял в рисунках полный ящик и внес с собой их чаще. Молодцы, садитесь, садитесь. Вот это да! Вот это чудо так чудо! Подарки для меня! Сколько лет живу, всегда сам подарки дарю. А чтобы мне кто-то дарил подарки, никогда такого не было. Что же нам теперь делать? Вот сундучок здесь, под елочкой стоял. Ребят, я слышу, что кто-то идет. Давайте послушаем, что кто-то идет. А что это за веревка у вас в руках? Мы по лесу летаем, все видим и знаем. Видим, какие-то люди стоят и что-то в сундучке ищут. И тихонько подлетели, замерзли они, испугались. Руки вверх подняли и рассказали нам всю о своем нехорошем поступке. Так это вы украли наши подарки. Зачем сундучок с подарками забрали? Какие подарки? Мы искали сокровища. Никаких подарков нам не надо. Надо было. Нам нужны были сокровища. У нас и карта есть, вот. Между прочим. Посмотрите. Можно я посмотрю вашу карту? Снежиночки, давайте мы сядем, посмотрим. Ой, хорошо? Интересно. Садитесь на стульчик и снежинки. Спасибо вам огромное. Тоже нам за карту, ребята. Давайте посмотрим. Сокровища зимнего леса. Да. Какая же это карта? Это приглашение на новогодний праздник. А сокровище это не золото и не деньги, как вы подумали. Это улыбки, ребят, и подарки новогодние. Правда? Да. Это приглашение. Мы же не знали, мы думали, что это праздник. Вы ошибались. Ну тогда простите нас, пожалуйста. Мы же не знали. Мы не хотели портить ваш праздник. Развяжите нас, пожалуйста. Пожалуйста, простите и отпустите. Ну что, ребят, простим разбойников. Простим. Простим. Мы
Давайте простим. Давайте развяжем. Давайте развяжем разбойников. А вы, может быть, с нами поиграете? А? А можно? Можно. Можно а с нами? Можем? На санках покататься, поиграть. Да? Да. Ну, давай. Можно, да? Детки, можно с нами поиграть? Да! Давайте на игру, ребята. Ну, поехали. Ну, одевайся, иди. Давайте посмотрим. Наши дети санки сели, громко песенку запели. Покатились далеко, не догонит их никто. За веревочку взялись, помчались горки вниз. И вдруг салонки на бок, всех попали в сугроб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все попали в сугроб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все попали в сугроб. Вставай, дружок, отряхивай снежок. И снова в саночки садись, с горки весело катись. Наши детки в санки сели, громко песенку запели. Покатились далеко, не догонит их никто. За веревочку взяли, помчали с горки вниз. И вдруг салазки на бокло, все попали в сугроб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, все попадали в сугроб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все попадали в сугроб. Вставай, дружок, отряхивай снежок. И снова в саночки садись, с горки весело катись. Наши детки в санки сели, громко песенку запели. Покатились далеко, не догонит их никто. За веревочку взяли, помчали с горки вниз. И вдруг салазки на бокло, все попали в сугроб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все попадали в сугроб. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все попадали в сугроб. Вставай, дружок, отряхивай снежок. И снова в саночки садись, с горки весело катись. Очень весело, ребята. Садитесь. Спасибо вам, ребята, что научили на саночках кататься. Спасибо большое, Дедушка Мороз, Снегурочка, что рассказали нам, что такое настоящее сокровище. Ребята, а вы нас пригласите на следующий год на праздник? Да! Мы придем, и карнавальные костюмы будем разные. И будем хорошими. И добрыми, честно. А сейчас пора прощаться нам. До свидания, ребята. До свидания, Дедушка Мороз и Снегурочка. Поехали на станок? Ну что, Снегурочка, давай посмотрим, давай, какие же подарки приготовили нам дети. Помоги, пожалуйста, сейчас посмотрим. Вы увидите этот баллон сейчас. Давай откроем и посмотрим, что же за подарки приготовили нам дети. Посмотрите, какая красота. Вот чудеса так чудеса. Это же я, Дедушка Мороз. А это наша елочка. Какие хорошие подарки, ребята! Мне очень понравились ваши подарки. Я сказал, что это приз. Никогда у меня такого веселого и счастливого праздника не было. Спасибо вам, ребята. Ну что, а теперь мой черед чудеса творить и подарки дарить, да, ребята? Да! Ну что? Наш волшебный сундучок, он не прост. Сейчас там появятся настоящие подарки. Давай откроем с тобой, Снегурочка. Давай. Вот они, подарки, ребята. Это не подарки, а что же это такое? Снежки. Это снежок.
Ну что, ребята, выходите, поиграем в снежки. Выходите. Где наши снежки? Молодец, еще не то. Садись на свое место, садись. Удивительный.